Есть еще история о Торе и Одине. На чем мы... Ну ладно. Вот был Тамур, Каменщик. Ага. Он поругался с сыном, пошел искать его на ночь глядя, а вместо него встретил Тора. Еще был сын Тамура, Хримтур. Который построил стены Асгарда и успел шепнуть Фрейе кое-что важное до того, как его предали и убили. Еще, конечно, Гроа. Хранительница знаний и вестница Рагнарёка. Тор убил ее мужа. Один скрыл это, а затем разделался и с ней. Не будем забывать об Эмире, первом великане. Из его тела Один вырезал миры, а в его крови чуть не утопил остальных великанов. А Йотунхейм? Когда мы туда добрались, в живых уже никого не было. А вот это загадка. Но надо признать, это выглядит как сбывшийся сон асов. А что насчет Фьорген? Мать Тора же была великаншей. Безусловно. Обстоятельства ее кончины весьма таинственны. Но я не стал бы винить в этом Одина. На него это сильно повлияло. О, знаю. Еще была Скади, королева охоты. Она отвергла Одина, и тот обманом заставил ее убить собственного отца. А еще Старкат Могучий, военачальник Йотунов. Опорочен Одином, обманут и убит Тором. И еще Трюм Коварный, царь великанов, укравший молот Тора. Один обменял молот на Фрейю, а затем тайно отправил к нему Тора, и тот убил весь Твор. Кто еще? А, Хрунгнир Забияка, каменный великан. Ага. Один обманул его, а Тор убил. Довольно. Но это не все. Мне плевать. Война с Одином ничего не исправит.